olduğun yerde kal. Ortalık biraz dur olsun, hallederiz. Uyanacak değil mi? Uyanacak. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Кирем умрет. Найдет ли Ферат Дерью? Каковы отношения между Геном Дживахиром и Дерией? Что в конверте нашла Цеврии? Разразятся ли отношения между Бараном и Фератом? Смогут ли Гуль и Ферат продолжить свою любовь с того места, где они остановились? Узнает ли Берон, на кого работает Дерья? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Кирем благополучно пережил этот инцидент, негатив в жизни Барана и Дилана теперь должен уменьшиться, и они смогут жить счастливой семейной жизнью, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Берон официально расстался после того, как увидел Керема таким. Дилану, который пытается собрать Барана и сохранить ему жизнь, тоже очень грустно. Плохо, что Керем получил ранение в сердце, но я думаю, он выживет, даже если это будет немного сложно. Отношения между Керемом и Бараном теперь вышли за рамки просто коллег и превратились в чувство братства, как они называют друг друга. Баран Керемсис не может этого сделать и опустошен. Ферат будет бегать повсюду, как сумасшедший в поисках Дерии, но не сможет ее найти. Дерья – хитрая, злая и в то же время очень умная женщина. Если бы любовь Ферата к Гулю была невозможна, Дерья получила бы сейчас то, что хотела, единственным препятствием для нее была любовь. И теперь появился некто по имени Дживахир Бей. Дживахир Бей может быть корнем всего зла Дерья. Итак, что вы думаете, дорогие любители Дилбара, чего нету Дживахир Бея с Бараном? Пока Баран, вождь племени, пытается положить конец кровной мести, количество людей, пытающихся его убить, увеличивается, как попкорн. Почему такой благонамеренный человек с высоким чувством совести и сострадания постоянно подвергается подобным испытаниям? Я думаю, что настоящим источником денег Дерии является Дживахир Бей, и что она постоянно действует в соответствии с его ультиматумами. Похоже, именно господин Дживахир спасет Дерию от этой беды. С другой стороны, Цеврия не может подавить свое любопытство по поводу Дилана и продолжает исследования по этому поводу. Пока я рылся в сундуке Ханифе, надеясь найти что-нибудь, выпал конверт. Я думаю, что этот конверт о Дилане. Когда Дилана усыновят, нужно подготовить документы, и все любопытства Цеврии закончатся, когда он откроет и прочитает этот конверт. После того, как Цеврии столкнется с этой правдой, она не остановится, не спросив об этом дам Ханифе. И посмотрим, когда этот вопрос дойдет до ушей Дилана. Я думаю, что Цеврии упустит это из виду, совершив грубую ошибку. Баран винит Ферата в своей печали, но Ферат тоже очень грустен. Ее не особо волнуют вспышки Барана, и она запишет все, что он говорит, поскольку считает его оправданным из-за его печали. Потому что она очень любит Ферата Барана и сожалеет, что пошла по этому пути с Дерией. Он разделяет это сожаление с Гулем. После того, как Ферат сказал «Я все еще люблю тебя», Гуль снова почувствовал надежду на Ферата. И она может разорвать брак с Салихом и рассказать Ферату обо всем, что произошло. Если Ферат все узнает, в особняке возникнет новый хаос. Если то, что сделали Азади Ханем и Хасан, будет раскрыто, это очень разозлит не только Ферата, но также Барана и Кудрета. Я думаю, что наш новый персонаж, который только что появился в сериале, примет больше участия в сегодняшнем эпизоде, продолжая сохранять свою загадочность. Как только Баран будет уверен, что с Керемом все в порядке, он отправится за Дерией и вскоре найдет того, кто присматривает за ним, а именно господина Дживахира. Как вы думаете, Дживахир Бей и Баран встретятся друг с другом в этом эпизоде? Заходите, дорогие мои подписчики, я с нетерпением жду ваших мнений о нашем сериале. Спасибо за то, что выслушал меня.
На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.